Поддержите меня, и Портабуи возродится. У нас будут самые красивые рождественские ясли в регионе. Это будут совершенно новые рождественские ясли. У нас проблема. Вот черт. Младенец Иисус. Похоже, он вырос. Да, в два раза. Представьте, что будет на распятии. В нашем городе уже давно никто не рожает детей. Так сделаем его. На меня не смотрите. Наши арабские друзья дают нам ребенка. Ребенок ваш, но при одном условии. Турецкий батон. Арабский хлеб. Без глютена. Без глютена у нас только пошла к черту. Полкило возьмете? Так что, вам нужен ребенок или нет? У нас будет тададам. Я не понял. Что, Рамадан? Ну, можно и так сказать. Хреном. Не говори так. Хренушки. Бросьте, ребята, немного диеты не помешает. Сожалею, но таков обычай. Чего? Для меня честь сделать тебе обрезание. Скимитар. Есть. Как положено, маленький. Расстегнуть ширинку. Мариетта. О, боже. От режиссера добро пожаловать на юг и добро пожаловать на север. Так, 47. Говорящий покойник. Нет, 48 говорящий покойник, а 47 просто покойник. Все приедут посмотреть на него. Религиозный туризм сейчас на втором месте после секс-туризма. Маленький Будда готов? Давай. А это наш буйвол. Что-то не похож. А это древняя порода. Типичный буйвол до христианской эпохи. Добро пожаловать на Юг-2 или посторонним вход воспрещен. Получил посылку. Получил. Но зачем ты положила колбасу? Мне ее нельзя. У тебя что, глисты? Мама, да нет у меня глистов, я мусульманин. Клаудио Бизио, Александр Гасман, Анджело Финокьяро. В кино с 4 января.